пострадавшего человека. Убедитесь в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Осмотритесь. Осторожно встряхните пострадавшего за плечи и громко обратитесь к нему. Позовите на помощь. Ладонь одной руки положите на лоб пострадавшего. Подхватите нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Запрокиньте голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути. Приблизьте ухо к губам пострадавшего. Глазами наблюдайте экскурсию грудной клетки пострадавшего. Считайте до 10. Звоните скорой помощи и сообщите адрес, количество пострадавших, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, предположительную причину состояния и объем вашей помощи. Встаньте на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему. Освободите грудную клетку пострадавшего от одежды. Основание ладони одной руки положите на центр грудной клетки пострадавшего. Вторую ладонь положите на первую, соединив пальцы обеих рук в замок. Делайте компрессии грудной клетки 30 компрессий подряд. Руки спасателя вертикальны, не сгибаются в локтях. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней. Сделайте искусственную вертикальную легких. Защитите себя. Ладонь одной руки положите на лоб пострадавшего и пальцами этой руки зажмите нос пострадавшему. Подхватите нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Запрокиньте голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути. Сделайте вдох 2 раза. Продолжайте до прихода скорой помощи.